Друзья, всем привет! Сегодня будем готовить пикантный и очень необычный салат. Салат действительно с новым, незаезженным вкусом. Когда я первый раз попробовала этот салат, я в него буквально влюбилась. Очень легкий, очень свежий, с интересным сочетанием продуктов. Друзья, первым делом мелко шинкуем капусту. Можно взять шинковку, я делаю это при помощи кухонного ножа. Затем капусту перекладываю в тарелку, добавляю сахар. И капусту нужно немного пожать руками, чтобы она дала сок. Затем беру 3 киви, очищаю их и режу небольшими кубиками. Главную роль, мне кажется, в этом салате играет именно киви. Его кисло-сладкий вкус придает главную пикантность этому салату. Киви добавляю к капусте и дальше режу салат. Можно взять рукколу, можно взять листья салата, что у вас есть. Режу небольшими вот такими вот кусочками. Я решила сегодня еще добавить немного рукколы. Пусть будет больше зелени, так салат будет более свежий, мне кажется, это особенно приятно зимой. Затем беру яблоко. Яблоко нужно взять кисло-сладкое, его нужно потереть на терку и также добавляю его к салату. Салат перемешиваю и дальше будет заправка. Я добавляю немного оливкового масла и добавляю соль по вкусу. Обязательно нужно салат посолить. Так он будет по вкусу более гармоничный. Ну а внешне, конечно, салат очень красивый, такого яркого летнего оттенка и очень вкусный. Шикарно этот салат подходит к рыбе, к мясу. Мне кажется, он будет идеален для любого праздничного стола. Когда уже надоели все тяжелые блюда, этот салат действительно покажется вам легким, свежим и очень-очень вкусным. Поэтому, друзья, рекомендую приготовить такой салат. Ставьте лайк, если рецепт вам понравился. Пишите комментарии, дополняйте меня, задавайте вопросы. Всем пока!